Так, ну сегодня мы взяли кое-что из Милка. Кое-что мы пробовали, что-то нет. А, такие вот печеньки мы пробовали. Но пробовали не с малиной, а, по-моему, абрикос еще есть. Вот мы с абрикосом пробовали. Орео вот такое. Орео Милка. Орео Милка, да, шоколадка. Также у нас есть большая Орео Милка. Посмотрим, выглядит она так же, как на картинке. Также у нас есть наподобие что-то какого-то типа кит-ката. Лео Милка. И капкейк Милка. Ну, посмотрим. Что? Начнем с печенья. Вот так оно выглядит. Кругленькое, а внутри должен быть желе. Я люблю такое. Мне нравится. Бисквитик, печенье и внутри желе. Мне нравится. Мне вообще не понравилось. Так, теперь будет капкейк. Ну, открывай. Интересно, какой он будет. Ну, выглядит пока как на картинке. Угу. Ну, давай первый. Вкусный? Вкусный? Угу. Он, получается, бисквит идет с кусочками маленького шоколадочки. Очень вкусно. Тут не видно, но тут прям попадаются такие маленькие кусочки шоколадки. Это правда вкусно. Но сейчас будем пробовать Милка вот такую шоколадку до вафельки. Посмотрим, что здесь. Вкусненькая. Мне кажется, шоколада Милка все вкусно. Очень вкусно. Так, ну что, сейчас будем пробовать Милку с Орео и Милку с Орео. Получается, здесь белая начинка, и я так понимаю, что в ней идет сами печеньки Орео. Немного похоже на киндер, но с кусочками Орео, да? Вкусно. Это очень вкусно. Тебе нравится? Так, ну открывай. Ой, как она прикольно выглядит! Она прям с Орео. Класс! Она прям с печеньками. Крутяк. Так. И внутри ее тоже будет? Наверное. Спасибо. Прям прикольно. Прям в шоколадке Орео. Чуть-чуть так уж не было. Потому что здесь... Шоколад сам по себе идет как-то, Орео само по себе идет. Мне, если честно, не очень. Нет, как бы тоже не очень. Выглядит она, конечно, очень круто. Прям классно, но по вкусу что-то не то.